Кто-то ел насекомых хоть раз? Но только когда муха случайно в глотку залетела, я думаю, что это как бы самый единственный случай. Ну, бывает какая-то мошка. Ну, надо держать рот закрытым в этой ситуации. Я думаю, что когда ты вдруг оказался в Таиланде, у меня просто там есть знакомый, он там ел жареных тараканов в этом. Сказал, на вкус, в общем-то, как, ну, похоже на курицу. Типа не супер, но похоже на курицу, в общем, как-то. Но я думаю, что можно удержать себя и не съесть. Я думаю, что ничего не сильно не отломается от того, что ты не съешь этого таракана бедного. Все, тебе галочка в жизнь в твою, в отношении с Богом. Я думаю, что как бы в простом взвешивании Бог против таракана, как бы Бог звучит лучше.